Так, привет, друзья. Смотрим, что у нас с домом сегодня. Как я вижу, второй этаж у нас готов. Полностью готов. Вот это балкончик. Он здесь так и останется плитой. Ну, то есть все как бы полноценно. Хочу посмотреть, что со скважиной. Нам должны были доделать все. Так, как это выглядит? Ага, выглядит это вот так. Здесь получается провод подключен. Там что-то... Так, наверное, можно здесь наступить? И все, и шланг выведен. И сейчас вода сливается в нашу речку, в речушку. Это, наверное, чтобы она чистилась, да? Но вот сейчас, мне кажется, она уже достаточно прозрачная. Хотя сколько прошло? 2 дня. Видите, в принципе, прозрачненькая течет. Так, и вот с этой стороны дом. Вот этот пролет лестничный будет. Он будет на первый этаж заходить частично. Ну вот, совсем чуть-чуть. Вот здесь видно. Вот она заканчивается, первый этаж. А, забыла сказать, что по воде у нас окончательно. Смотрите, здесь, значит, в договор наш было включено скважина до 50 метров, и это стоило 250 тысяч рублей. И каждый последующий метр, либо 4,5 тысячи, либо 5,5 тысяч, там что-то в зависимости от типа грунта и что-то еще. В общем, нам посчитали, конечно же, по 5,5 тысяч, потому что бурение в 2 трубы, что бы это ни значило. И, в общем, у нас получилось еще плюс 225 500. Это просто трагедия. Я так расстроилась. Эта вода вышла, в общем. Ой, там что-то падает. Сколько получается? 475 тысяч. Вот так. Так, приехали мы сейчас, значит, снова. Привет, друзья. Нужно нам решить по забору. Хотим поставить, конечно же, забор. И, в общем, сейчас нам тут посмотрят, померят. Блин, а почему-то, мне кажется, проблема у нас в том, что здесь стоит этот контейнер. Но он почему-то, мне кажется, стал стоять еще ближе, чем стоял раньше. Его как будто бы отнесло. Блин, и вот видите, где у нас граница? Вот здесь, где колышек. И он прям, блин, по границе идет. А тем временем вот наш домик. Нам делают уже крышу. У нас, кстати, наступила уже холода. Сегодня вообще дубак, вчера еще более-менее. Сегодня как-то резко холодно. Сколько сейчас градусов? Вот, плюс 2 градуса. Ужас. Здесь что-то интересное. Очень холодно. Так, смотрите, почему-то нам тут сказали, что сейчас делают на один ряд, спускают вниз окно и вот этот балкончик, сказали так, то есть один раз, вот видите, его раздалбливают ниже, а там получается верхний ниже. Ой, холодно очень говорить. Так, что нам посчитали здесь? 22 метра у нас будет забор, но калитка, ой, господи, калитка, контейнер, он нам не даст. Но он слишком уж близко стоит. То есть его нужно как минимум на 50, а то и метр дальше поставить. Вот. 4000 стоит погонный метр забора. И калитка с воротами еще 100 тысяч. У нас уже наступила осень. Холодно так. Сегодня вроде еще более-менее. И у нас уже готова крыша. Ладно, она не готова, конечно же. Но... это, я так понимаю, ее контуры, очертания. Так, вроде здесь ничего не должно на меня упасть. Давайте покажу. Здесь какая-то даже жидкость. Вот такие. Это, видимо, что-то обрабатывают. Наверное, дерево. О, прохладненько. Такие, значит, деревяшки. Так, а вон там можно увидеть. Вот, строители. А что у нас со скважиной? Вот. Чистая, да, довольно прозрачная. Вот так сейчас выглядит мой двор. Да, конечно, срач здесь оставили знатный, когда делали скважину. Но мы спросили, нам сказали, что
в перед сдачей дома. Вроде как это все должны убрать. Участок. Не знаю, весь, не весь участок. Ну, я надеюсь, что хотя бы то, что после них вот эту глину они как-то уберут. Потому что выглядит, конечно, это все неприкольно. Красиво. Так, и, кстати, у нас еще не входит в проект дома стоимость заведения вот этой скважины в дом. То есть нам нужно будет ее отсюда как-то завести вот сюда, в бойлерную. Сюда. Я так думаю, что просверлить, видимо, дырку. И греющий кабель с кабелем, со шлангом туда завести. А вот еще смотрите. Как затаскивают нам в спальню балки. А еще же нам по забору надо, значит, договориться. Где-то нам дали номер крановщика, но не знаю. Здесь это сейчас не очень удобно будет, потому что здесь, видите, как сделали. Здесь тамбур такой, там какие-то вещи. В общем, ладно, не знаю пока, что сделать с этим забором. Ну, возможно, сейчас не получится. Вообще сказали, что и зимой тоже заборы делают. Может, тогда вообще оставим наконец. Значит, дома кто-то везут. Так, прошло вроде 3 дня, если я не ошибаюсь, последнего нашего приезда. И смотрите, ой, жалко, не видно. Хотела вам показать, что крыша уже, по-моему, готова. Так, сейчас подъезжали, когда было видно со стороны, но тут снизу, конечно же, не видно. Ну, как я вижу, да, смотрите, она уже покрыта вот этим чем-то, черепицей. Мне вообще говорили, что... Привет, крышу буду делать. Здрасте. Дней 20. А по-моему, прошла вообще неделя. Так, ну жалко, да, что не видно. Ну, кстати, здесь можно вон забраться уже на крышу. Но я думаю, мы не станем. И, наверное, сейчас делают внутренние перегородки. У нас на первом этаже уже сделаны. И вот должны на втором доделать. Так, проверяем, вода. Оп, течет. Я не помню, кстати, когда мы сделали. Нужно же еще будет воду эту на анализ отдать. Надо посмотреть. Сказали, через месяц после того, как ее скважину сделали. А ну вон, смотрите, строители. Никто к нам не вышел, заняты, видимо, сильно. Но вот как раз вижу, что они сейчас делают перегородку. И вот это, где он сейчас находится, это кабинет. Вот такой будет кабинет. Малюсенький. Так сниму. Вот тут становится видно, как покрыто... А чем покрыто? Металлочерепицей, да? По-моему, цвет я выбрала красное вино. Так, все, уже не видно. Доброго дня, друзья. Утро. Что, снова мы здесь, снова на доме. У нас здесь уже готово полностью. Так, что-то я себя, смотрите, готов у нас полностью дом. Снаружи, получается, у нас крыша сделана. И все стенки первого, второго этажа нам сейчас закрыли вот так вот. Окна, двери. Вот эта дверь наша временная. И здесь вообще прибрались, полностью все сделали. Как сказали, что решили пока что окна не ставить, так как был ли случай, что штукатурщики портили окна в процессе своей работы. Типа в окно там что-то выливают и портятся, грязнится. В общем, пока решили сначала штукатурку, а потом ставить окна. У нас вот так вот цыпленочка здесь заделали и убрались. То есть все получается полностью у нас сделано. Все. И сейчас нужно приступить к следующим работам. Это разводка электрики, разводка сантехники. Ну и дальше уже штукатурка. Так как у нас дизайнер, делает дизайн-проект. Сейчас мы приехали с утра пораньше. Для замера будут нам замерять все размеры помещений. Ну, они у нас были на плане какие-то там. Ну, сейчас уже нужно померить точно, что получилось. Вот. Я еще на втором этаже не была, но тут такую временную лестницу поставили, и уже можно залезть. Так, вот по потолку, это просто сказали, так,
просто эта пленка, еще будет что-то 4 слоя утепления, по-моему. И потом снова еще эта пленка. И на полу еще где-то 10 сантиметров будет теплый пол и стяжка. Так, сейчас попробую на второй этаж залезть. Фух, так забралась и на второй этаж. Смотрите, это у нас получается здесь будет лестница. Ну, видимо, винтовая, я так понимаю. Чуть-чуть подкрученная. Здесь такое окошко возле лестницы. Вот, это кабинет. Маленький такой кабинетик. Не помню, что здесь по площади. Подпишу, наверное. Здесь у нас будет стол. Да, вот здесь стол. И здесь диванчик. Это спальня большая. Темновато так, но вроде видно. Здесь что у нас? Шкаф. Тумбочки подвесные. Кровать. Здесь такая тумба под телевизором, тоже, наверное, подвесная. Телевизор. Выход на балкон. Балкон нам делать не будут. Он будет вот такой. Ну, сдан нам в таком виде. То есть его нужно будет потом нам что-то делать самостоятельно с ним. Вот. Так вот, в общем, сразу на лоджию. Что еще? Это будет вторая комната. Гостевая. Здесь будет рабочее место с этой стороны. Стол там со стульями. Здесь диван либо кровать. Ну, что-то такое просто. Ну, наверное, диван раскладной. Мы так подумали. Шкаф. Ну и вроде все. Ну, здесь телевизор. Рабочее место. Кровать. Больше вроде ничего не нужно. И все, и вот здесь санузел. Здесь вот так будет ванна, тумба, зеркало. Здесь инсталляция подвесной, унитаз. Ну и, по-моему, все. Еще нам предлагали еще вот здесь сделать перегородку такую на входе, чтобы, когда вот так заходишь, здесь сначала была перегородка, а унитаз сзади. Ну, в общем, мы решили не делать перегородку. Вот так вот. Ну и все получается. И вот здесь маленький коридорчик и холл. Вот такой вот дом. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить, что же будет дальше.